смотрите, какая техника! Тренировки на свежем воздухе в зоне воркаута, катание на велосипедах и лыжероллерах, активный отдых всей семьей на природе, прокат спортивного оборудования, магазин спортивной одежды, и это еще не все. В новом парке «Виражи» есть все для отличного времяпрепровождения. Площадки для отдыха, лавочки, урны, спортивные площадки, воркаут. Мы построили два павильона, в котором в одном из них в ближайшее время появится кафе, а в другом буквально недавно открылся клуб «Дэви Клаб». Это фитнес-клуб известных наших прославленных спортсменов. Основателями клуба являются Девятьяровы. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с пятикратной олимпийской чемпионкой Ларисой Лазутиной открыли долгожданный объект. Мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было больше таких площадок, чтобы человек, который живет, он мог выйти, сесть на велосипед или оделся в спортивную форму, мог пройтись, прогуляться, побегать. Во всяком случае, немножко заставить себя заняться физкультурой. И для этого, конечно, сейчас очень много делается. В честь открытия спортивный клуб представил свой тренерский состав. Это 13 высококлассных спортсменов. Провели тренировку по специально разработанной методике лыжной династии Девятьяровых. Отрабатывать, как раз вы видели заезд тренеров в начале, да, наши тренеры. Именно таким способом, только на руках. Посетители уверяют, парк «Виражи» – отличное место для любительских и профессиональных тренировок. К счастью, я нашел для себя отличную локацию и беговую на будущее, и велосипедную. Мы получили массу удовольствия, хотя еще до конца не доехали. Надеюсь, еще будет много-много замечательных мест здесь. Но подготовка и насыщенность ее замечательная. Я очень доволен. Здесь я уже не первый раз. Не один километр накатал. Совершенно потрясающее покрытие, атмосфера, все улыбаются, все на спорте. Все супер, всем рекомендую приезжать. Парки Одинцовского округа – центр притяжения спортсменов всего Подмосковья, подчеркнул глава муниципалитета. Именно поэтому парк будет удерживать высокую планку и обустраивать все больше зон активного отдыха. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».